земли заждались меня, заждались меня, заждались меня. Мои корабли, кошмарах из детства, в блокнотах каких-то смешных имя, отчеств. Все самое-самое главное, все так бесконечно любимое из рук ускользает пропасть. Кого здесь казнить нельзя помиловать? Все вертится, крутится, катится. Все хочется, хочется, хочется. Мы стали коварными планами зловещих космических точек. Don't bury me, don't bury me, don't bury me. I feel like I came.
Спасибо. Поприветствуем Юрия Наумова. Солнечный день, мой мир на грани распада. Луна уходит за горизонт. Что мне остается, бейби? Значит, так и надо. Мы погружаемся в тень. Над нами кто-то смеется, бейби. Ты плачешь от досады. Мои времена гремят на все небеса, словно канонада. Но тебе она не нужна. Все не то и все не так, когда твоя девушка больна. А-а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 -
Ау, когда болит. Слова иногда смешны, оттого нам и снятся сны, что во сне говорить непросто. Мы вошли в любовь, как на остров, завоевывать земли тел. Он творил со мной, что хотел, словно ночь стала выше ростом. Все глаза иногда мокры, оттого и нужны миры, чтобы было где плакать в волю. Он сказал, что я жизни стою, а я думала про себя, что и в жизни закончусь я, как закончилось все пустое. Спасибо, ребят. Екатерина под знаком любви встречает рассвет.
Но я знаю, что с ее стороны ничего нет. Я прикрываюсь своей головой, делаю легкий рывок. Но отсутствие времени — это, наверное, порог. Вот-вот закроют кафе, твои друзья не вспомнят о тебе. Станешь и уйдешь, не взяв зонта, это дождь, как в черно-белом кино. Мне кажется, что я с тобой давно хорошо знаком. Давай ты только мне подаришь этот вечер, чтоб не расстаться никогда. А может быть, с утра ты скажешь мне до скорой встречи, чтобы уйти, забыть обо мне, исчезнуть навсегда. Awaken.
Thank you, thank you. Самоинвестирование или инвестирование в себя — это информация для всех девчонок и ребят. Точнее, для девчонок. У ребят вообще нет шансов, разве что у победителей всяких звездных танцев. А для девчонки надо быть красивой, высокой, стройной, нежной, обаятельной и одинокой. Не в меру тупить, что равняется, не говорить. А еще правильное время и правильно угодить. Йоу, маникюры, педикюры, диеты грубые, глаза, груди, зубы и, конечно, мать его, губы. Охота на принцип, жару и метель. А вы что думаете, все просто так в этой жизни, через постель? Но это не важно, ведь когда-то однажды к этой теории придет абсолютно каждый, неважно кто ты, черный, белый или даже мекс. Успешные люди, люди, у которых есть секс. Через постель, через постель, эту песню знают и любят все. Через постель, эту песню знают и любят все. Thank you.